Не успел спецсамолет-зондировщик приземлиться в аэропорту Емельянова, как его уже готовят к полету. Меньше чем через час Ан-26 должен вылететь в Северо-Енисейский район для тушения пожаров. Сейчас на севере региона полыхает 93 тысячи гектаров леса. Там на труднодоступных территориях задействованы 7 сотен человек, 40 единиц техники и 30 воздушных судов. Самолет, вызывающий осадки, будет хорошей подмогой. Мы с нашими коллегами из федеральной авиабазы будем сегодня работать. Нам предоставлен он бесплатно в виде пилотного проекта. Мы сейчас как раз проведем его апробацию на территории Красноярского края, посмотрим эффективность, результативность этих действий. Сама технология не нова, ее использовали еще в 90-е годы. Потом на долгое время запретили, и сейчас вновь тушить пожары, вызывая осадки, стало законно. Специалисты говорят, работа точечная и не влияет на формирование циклона. Фактически происходит воздействие пиропатрона на часть облака. Главное – правильно оценить плотность облака и метеоусловия. Вот такими специальными пиропатронами оснащен самолет Ан-26 «Циклон». Кстати говоря, здесь в коробке ИК-384. Принцип работы таков. Самолет поднимается на высоту 5 километров, начинает выстреливать вот такими пиропатронами. Внутри них содержатся ионы серебра, которые вызывают реакцию, и идет дождь. Само оборудование стоит около 1,5 миллиона рублей, и это не считая самолета. Для того, чтобы все прошло успешно, нужна целая команда. Минимум из 3 человек. Это не один человек, это летчики-наблюдатели, руководитель по искусственному вызыванию осадков, который непосредственно применяет, когда воздействовать и на что воздействовать. Операторы, уже летчики-наблюдатели, находящиеся в салоне, уже непосредственно проводят работу по отстрелу. Ан-26 «Циклон» прилетел к нам из Иркутска. До этого успел поработать и в Якутии. Результаты показал достойные, но в нашей лесной охране надеются, край и уровень тушения будет еще выше. Ирина Денисенко, Эдуард Баглай, Афонтово. Новости.